Привет! Привет всем моим друзьям! Сегодня 8 марта. И хочу поздравить всех женщин, девочек, девушек, мам, сестер с таким нашим замечательным праздником 8 марта. Желаю всем позитива, любви, чтобы судьба смогла исполнить все наше желание, чтобы все были счастливы, живы и здоровы, чтобы был мир во всем мире. Вот, показываю свою рассаду под лампу. Эту лампу мне сегодня сын привез, подарил, подарок мне сделал. Вот, перец тут сидит у меня. С утра не могла снять все хлопоты. То тесто поставила, кубадью пекла, треугольники. Это вот второй тут у меня ярус. Вот тут вот видите, как я все сделала. Это вот лампу я показывала. Вот она вот так вот светит. Вот, вот тоже вот она очень удобная. Так, сейчас вечер у нас, время 7 часов. Вот так вот подсвечиваю я свои рассадки. Рассада всякая есть, и маленькая, и вот такая. Эти уже вот буду переваливать, вот эту рассаду уже буду переваливать побольше, побольше. Или пакеты побольше, завтра что-нибудь придумаю. Они уже большенькие стали. Вот, когда перевалю, они все-таки и в росте немножко остановятся, подсыпать буду землю. Возможно, один листочек вот так удалю. Ну, перчик уже сидит. Тоже нужно побольше. Это вот 200-граммовые стаканчики. Побольше надо. И вот тут вот. Все тут у меня. Вот рассадка. Довольно-таки веселая. Всех с праздником. Дорогие мои женщины. Люблю, целую. Пока. Спасибо за просмотры. Вот. Сегодня WhatsApp мой. Это что-то было. Всем, кому отослал свои семена, все поздравляют. Это сколько человек. У меня телефон дрожал сегодня. Гудел аж. Спасибо, девочки. Спасибо, милые мои. Спасибо. Пока. Всех целую и обнимаю.